Самые свежие новости жизни главной футбольной команды республики в эфире ФК УФА ТВ. Всем привет, и мы начинаем. Сначала новости. По обоюдному согласию сторон футбольный клуб УФА расторг контракт с полузащитником Вагизом Галиуллиным. В нынешнем сезоне Галиуллин в составе Уфы принял участие в 11 матчах Росгострах чемпионат России, а также провел 2 игры на Кубок страны. Свою футбольную карьеру Галиуллин продолжит в футбольном клубе ТОС на Ленинградской области. Наша команда благодарит Вагиза за совместную работу, желает футболисту дальнейших успехов в карьере и всего наилучшего. Также вратарь Давид Юрченко, скорее всего, до конца сезона будет играть в другой команде. Как рассказал порталу «Спортэкспресс» генеральный директор нашего клуба Шамиль Газизов, Юрченко, скорее всего, на правах аренды до конца сезона перейдет в махачкалинский «Анжи». Летом у Давида заканчивается контракт с нашей командой, и он становится свободным агентом. Как отметил Газизов, футболисту нужно играть, и мы не собираемся чинить ему препятствия. Давид все-таки много сделал для нашей команды. Почему я иду на футбол? Потому что это классно, когда наша команда УФА играет с лучшими футболистами России. Это наша республика, наша команда. На место Юрченко наш клуб подписал контракт с Георгием Шелли. Голкипер сейчас вместе с командой на 3-м сборе Сочи. Но он нашел время дать интервью Денису Лубянскому. Георгий, в первую очередь поздравляем тебя с переходом в стан футбольного клуба УФА. Поделись своими первыми впечатлениями о трансфере в наш клуб. Спасибо за поздравления. Я рад оказаться в футбольном клубе УФА. И в общем, надеюсь, как бы задержаться надолго и показать хороший результат. Вообще долго ли думал над решением перейти в наш клуб? Честно, конечно же, нет, не думал. Сразу же я согласился. Мне кажется, такой шансом надо сразу пользоваться. И вот болельщики наши хотят узнать о тебе побольше. Они задавали вопросы, есть со мной группа ВКонтакте. И вот первый вопрос. Георгий, расскажи, пожалуйста, становление своей футбольной карьеры. Как получилось, что ты стал именно вратарем? Ну, мама отвела меня в группу там, в 6 лет. Я занимался, как все, и в определенный момент была игра, не было вратаря, я встал в воротах, и после этого тренер порекомендовал маме, чтобы я типа стоял на воротах, потому что может что-то получиться. Я начинал в Тбилиси, а потом в 13 лет переехал в Москву, занимался «Динамо» в Москве, после чего потом перебрался в «Динамо» Брянск, это первый профессиональный клуб мой. Занимался с тренером вратарей Пшеничниковым, вот это вот до Брянска. Ну а потом уже профессиональная карьера уже начинался в Брянске. А вот помнишь ли ты свой первый официальный матч, какие чувства ты испытывал? Да, конечно, помню. В воротах это было против «Спартака». 2008 год, Кубок России, как раз я был в Брянске. Мне было 19 лет, и на 45-й минуте я вышел на замену. Вот. Помню эту игру, потому что было очень много зрителей, конечно же, и своя первая игра на воротах. В принципе, я хорошо провел эту игру, и, конечно же, эта игра останется в памяти. А вот расскажи про свои профессиональные команды, в которых ты играл, и какая из них стала для тебя, возможно, самой родной? Ну, я бы не хотел бы так прямо вот говорить, что вот самая родная там моя команда, там Балтика, там Брянск, и Динамо, там или там тот же там Енисей. Наверное, я с каждого города что-то получил, не наверное, а точно там. В Калининграде, конечно, многое было хорошее, и результат у нас был, и коллектив был хороший, и сам город, и, не знаю, там, только с положительной стороны. В Брянске я провел 6 лет, 6 сезонов. Были, конечно, удачные моменты, были не совсем. Ну вот, но, конечно же, это тот клуб, где я начал свою профессиональную карьеру, и я буду помнить, как... Буду вспоминать только с хорошей стороны. Там много людей, которые мне помогли стать футболистом.
А вот играл ли ты когда-нибудь против футбольного клуба УФА? Что можешь вспомнить из этих матчей? Честно, вот я не играл против футбольного клуба УФА. Так получалось то, что не пришлось играть. Да, и УФА довольно недолго была ФНЛ. Нет, да, ФНЛ 2 года. Я единственный раз играл вот в прошлом году. Это товарищеская игра была за Енисей. Я играл против УФА, это было в Раменском на сборах. И да, переход в футбольный клуб УФА. Что ты знал о нашей команде? Ну, знал то, что есть главный тренер Евгений Николаевич, знаю многих футболистов, вот, и как бы понимаю там задачи клуба, и что развивается футбольный клуб УФА в городе, что большие амбиции у клуба. Да, и вот ты уже проводишь свой второй учебный тренировочный сбор с УФОЙ. Успел ли с кем-то уже сдружиться, или с кем-то уже до этого дружил? С кем больше всего проводишь время? Ну, я узнал, конечно же, я играл в Балтике вместе с Димой Сысоевым и со Стоцким. Вот, помимо них, я, конечно же, знал остальных футболистов. Но проблем в общении нет, потому что в команде хороший коллектив. И ребята все дружные. А вот наши вратари Сергей Нарубин и Андрей Лунев, они для тебя прежде всего конкуренты за место в основном составе, или же вы как бы вместе с ними делаете одно общее дело? Ну, мне кажется, то, что нельзя сказать, то, что вот они там конкуренты или там мы делаем одно дело. Там, мне кажется, это взаимосвязано. Как мы будем работать, как мы будем конкурировать друг с другом, то и будем как бы общее дело делать, мне так кажется. То есть я имею в виду, если мы будем хорошо работать и пробиваться в состав, то и конкурент будет как бы хорошо работать и пробиваться в состав, да. И это уже как бы общее дело, и мы будем стремиться вместе делать как бы для команды там хороший результат. То есть здоровая конкуренция, она все равно идет только на пользу? Конечно, да, без этого никуда. Ну и все же, вот на данный момент считаешь ли ты себя фаворитом в борьбе за пост номер один в Уральском? Я бы не хотел бы эти моменты как бы комментировать как-то, потому что есть главный тренер, он ставит состав. Мое дело как бы доказывать на каждой тренировке, что я хочу, что я имею желание и что у меня есть амбиции показать себя там в команде там первым номером быть. Конечно же, у каждого футболиста есть стремление попасть в основной состав. Вот можешь помнить, какой у тебя был самый важный момент или день в твоей жизни, будь то футбольный матч или какое-то личное событие? Ну, не знаю, это первая игра, наверное, опять же, со «Спартаком», потому что я, когда вышел играть, был полный стадион, и там после 25 минут сзади у меня уже там трибуна горела. Вот, и, ну, конечно, это осталось в памяти, и больше таких моментов в жизни не было, что вот такие вот ситуации были на поле. А в составе какой команды ты? «Динамо» Брянск. А вот известно, что ты воспитанник грузинского и российского футбола. Если да. В перспективе тебя станет выбор играть за сборную Грузии или России, ты какую страну будешь? Это немножко такой провокационный вопрос, но я родился в Москве, конечно же, да, я грузин, но пока что у меня не было таких предложений ни со стороны Грузии, ни со стороны России. Вот как будет какое-то предложение, тогда и будем обсуждать этот момент. А в детстве за какую команду ты болел? Ну, я всегда болел за Реал, там, Мадрид. Угу. Да. То есть и на данный момент. А вот как раз ты болеешь за Реал Мадрид, а вот есть ли у тебя кумир среди вратарского центра? Ну, как кумир, то есть мне нравится, да, стиль игры там некоторых вратарей, да, тот же там Нойер, да, он как бы выделяется своим стилем, тот же Касильяс, да, там, Мне кажется, о вратаре говорит стабильность, да, сколько вот игр или там лет ты провел стабильно, это уже твой класс. Вот, а Касильяс, не знаю, там сколько уже там лет становился там, чемпионом, это уже топ уровня вратарь, что касается и там Мануэля Нойера тоже. А вот болельщики также интересуются, любишь ли ты слушать музыку и в каком жанре? Я вообще меломан, конечно, люблю музыку и... Не знаю, предпочтения я не могу сейчас резко там отдать там, поп или рэп или там что-то. Я слушаю все подряд, ну, кроме рока, наверное, вот так вот можно сказать.
Ну и в заключение интервью, что бы ты хотел сказать нашим болельщикам? Больше побед, ходите на игры, поддерживайте футбольный клуб Уфа, будьте рядом, все будет хорошо. А в Уфе на нашем стадионе идет уборка снега. Также и активные фанаты пришли убрать свой сектор. Андрей, ну, кто был инициатором чистки снега на фанатской трибуне? Ну, вообще, этот разговор у нас поднимался среди ребят, болельщиков, еще где-то месяц назад. Потому что ко мне ребята обращались с разговором, то, что нам же нужно почистить трибуну. Вот. Ну, и потом с руководством клуба поговорили. Мне руководство тоже сказал, что, Андрюх, вот ваша трибуна. Я говорю, да, ребятам в курсе. Ребята сами хотели, провели инициативу, сами ко мне обратились. Вот сегодня, в субботу, нерабочий день, собралась инициативная группа, которая занимается уборкой своего рабочего места, своего дома. Это всецело, наверное, теперь ваш дом, да? Ну да, и я хочу заметить, как все помнят, на первом матче открытия с «Зенитом» у нас был баннер «Наш дом, наша крепость», то есть как то, что наш стадион и конкретно наш сектор – это наш дом, и за ним нужно следить. И сейчас конец зимы уже, скоро важные матчи из ЦСКА на Кубок России, поэтому нужно подготовиться, чтобы трибуна была в порядке. Андрей, ну, у вас численность такая небольшая, я как смотрю, у вас человек 10 здесь всего, да? Ну, работаем, так сказать, в две смены. До обеда была первая смена, можно сказать так, и ребята почистили. Сейчас вот все после, ну, уже вечером вторая. То есть практически вся активная часть фаната приняла участие в чистке, да, снега? Ну да, то есть кто по выходным не работает, либо по каким-то другим причинам не может, но ребята стараются то, что, и понимают, то, что это нужно. В первую очередь нам самим. На этом все. Это было телевидение футбольного клуба Уфа. Не забывайте, наша республика, наша команда. Но самое интересное еще впереди. Пока. Почему я еду на футбол? Потому что это любимая народная игра с детства. Я радуюсь тому, что большой футбол пришел в мой город, в мою республику. Я очень хочу быть свидетелем того, как пишется новая спортивная страница Башкортостана. Это наша республика, это наша команда.